Так, вот Лизуха уже наметила себе картину, которую она купит. Вот у нас наша цена красивая. А я немножко поскромнее, поэтому я все лишь за 2500 куплю. Вот у нас. Кто здесь себе заказывал дрова для красоты на Новый год? Вот вам золотишко с дровами. Вот, Лизе еще одна картина понравилась. За 22 гривны. Это у нас корабль. Интересное искусство вообще. Почему? После того, как я «Сумерки» пересмотрела, то... Я тебя буду бояться. Париж. Странно тогда, что ж тебе она понравилась. А это тогда вот этот узелок, что это? Запутаешься, хрен. Ценители искусства, все понятно. Красиво здесь. Get your kicks on route. Just a car ride. Потом смонтирую, тебе отправлю. Серьезно? По-моему, моя идея удалась. Леша, не хочешь, я тебе прикуплю гитарку на день рождения? Будешь мне телебонькать? В общем, вот я Victoria's Gallery, и здесь у нас прям отличненькие спецэффекты. Только что увидела смысл своей жизни. Колбасу лучше на язык класть, так вкуснее будет. Вот вам философия. Comedy Club ходит. Ой, вон тебе Money Express. Да, вот это у нас. Здесь? Тут я точно, сразу надорвусь. Ой, мне вот эта картина нравится. Тут я понимаю весь смысл живописи. Это то, что происходит у меня в голове ночью, когда я не могу уснуть. Вот вам ответ. О, тут можно и подбухнуть. Ой, это прям... Не буду говорить, кто. Я молчу. Очень красиво, да? Боже, я в детстве сколько этих пакетов с водой оставляла. А оказывается, это у нас тоже может быть в галерее. Как эскиз какой-то или украшение. Я с рождения уже понимала, какие эскизы делать для галереи. Понятно? Ситуация моего интернета. Постоянно, когда я хочу открыть фотки. О, сестра, привет. Давно не виделись. Ой, розовый мишка. Кто бы мне вот это подарил? Романтик. Ну, это все понятно, это не я. Это то лицо, которое я никогда не получу в итоге. Красиво. Катера. Ой, я извиняюсь, 118 плюс уже идет.